Известный бандит-налетчик Максим Пономарев услышал очередной приговор в Ленинском районном суде. К пожизненному сроку, который он вместе с подельником Сергеем Егоровым получил в 2013-м за два разбойных нападения на инкассаторов, жертвами которых стали 4 человека, добавили еще 12 лет. За вооруженный налет на сотрудников технологического института, которые в июле 2007-го привезли коллегам зарплату и попали под бандитские пули. 2 человека были ранены, еще один скончался в больнице. О том, как все происходило, Максим Пономарев рассказывал в здании университета спустя 9 лет после первого приговора. Давайте на момент совершения нападения. Где вы находились? Я с вами поехал. Это вот здесь. Вот, здесь изменилось. Здесь раньше были прямые коридоры. А вот второй участник банды Сергей Егоров вернуться в кресты с их более легким режимом, чем в колонии для пожизненно осужденных, не смог, потому что скончался от тяжелой болезни почек. Так что за убийство охранника вуза прибавку к сроку получил только Максим Пономарев, которая, впрочем, для него ничего не изменила. Следственным судом установлено, что Пономарев и Сергей Егоров, скончавшиеся в 2020 году во время отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы 3 июля 2007 года в здании одного из вузов города напали на 4 работников, переносивших денежные средства. Один из потерпевших скончался в медицинском учреждении через некоторое время. Тогда добычи бандитов стали 23,5 миллиона рублей. В ближайшее время Максим Пономарев вряд ли вернется в колонию для пожизненно осужденных, поскольку ему вменяют еще одно разбойное нападение на сотрудников педиатрической академии в июне 1999-го. Тогда был застрелен охранник, ранен кассир и похищено около 1 миллиона рублей.